Мы расширили проезд, у нас и машины стоят, и дорога есть, и тротуар один. Да, здесь проезд был вообще. И мусоровозы ездили, так как положено. И все нормально. Вместо протоптанной тропинки – заасфальтированная дорожка. Сразу несколько дворов в третьем микрорайоне Одинцово преобразились. Удобнее стало не только пешеходам, но и автомобилистам. Дополнительно создали 120 парковочных мест. Они появились в тех локациях, которые согласовали жители. Здесь появились тротуары, пешеходные дорожки, там, где люди исторически ходили, как принято говорить, срезали себе более короткий путь. Мы эту программу назвали «Народные тропы», и теперь это не тропы, а полноценные бордюром отбитые тротуарные дорожки. Качество асфальта и покрытие очень хорошее. Работы во дворе дома номер 14 на улице Бирюзова завершены, а внутри в самом разгаре. Пятиэтажка вошла в краткосрочный план региональной программы капремонта общего имущества МКД. Сейчас идет замена внутридомовых коммуникаций и сети газопотребления. Все тоже идет по графику, качество тоже достойное. Не стали заниматься фасадом, потому что жители были против этих работ, разобрались с крышей. На этом работы по благоустройству в третьем микрорайоне не завершатся. Возможно, совсем скоро здесь появятся новые детские площадки и сквер. Теперь нам нужно посмотреть те свободные площадки, которые между домами, для того, чтобы там появились мини-скверы, а возможно еще дополнительные детские площадки, которые пока еще в старом формате мы содержим, что уже тоже не соответствует ни стандартам, ни, собственно, тем вызовам, которые есть от населения. Глава Одинцовского округа добавил, что в плане благоустройства на 2022 год муниципалитет учтет вопрос организации новых скверов между жилыми домами и детских площадок. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».